just a ghost, you're never there. I completely didn't see that. Are you okay? Okay. You're all right? Yeah? Okay. Right, okay. Wait. What's your name? Yeah? Yeah, what's your name? Marina, that is Marina. A beautiful name. You are beautiful, by the way. Can I ask, have you ever been in a film before? Oh, okay, well, I've just come from London, okay? London. Right, and I'm looking to shoot an adult film here, a new adult film, so I'm looking for some, you know, beautiful Russian girls like yourself. I'm staying nearby. I was wondering, maybe you could come and see some of the things that I've already done. Do that? Yeah, it's not far away. You can come and have a look. Okay, great. So I've obviously never been to... Не откладывай изучение английского. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы врываемся сразу же на следующий матч группы А. Это eSport Pro Tour, польская лига. С Active Pact против Clean Mix. Clean Mix выиграли ножи и начинают защиту. Здесь Эдхи уже выходит со сотки. Забирает у нас Лунатика. Сабл также падает. И Гуфи вверх низу. Но Эдхи очень жестко же зашел в спину сейчас. Мэти, конечно, забрал у него последнего игрока, последний фраг, но Эдхи отлично сыграл. Опять же, приношу извинения, если где-то неправильно произношу эти заковыристые польские никнеймы, но у меня логика простая. Просто забиваю в переводчик, забиваю польский язык и смотрю, слушаю точнее, как это все дело читается. Потому что, ну, по-другому эти ники не произнести. Вот, ну и что? Clean Mix, на самом деле, для меня команда загадка. Я не так... пристально слежу для польской сцены, но вот единственный никнейм, который мне знаком, это Critter Face, который не так давно играл как раз-таки за Pact, и Минайс его там заменил. То есть у Critter Face сейчас прям такое дерби очень жесткое. Отомстить своей бывшей команде, доказать, что он лучше, и зря его кикнули. Critter Face на самом деле очень хороший снайпер, не знаю, почему его убрали, но это их уже... момент, проблемы, кстати говоря, Pact не закупаются, между прочим, и играют полноэкономически. После проигранной пистолетки. Потеряли уже Минайс. Но здесь понятное дело, что пытается просто продавить, наверное, точку Б. Попробовать поставить бомбу. Хотя игроки с бомб находятся в верхнизе. Но смог сейчас на самом деле создает им очень много проблем. Поэтому они поднимаются обратно. И все-таки будут выходить под точку Б, наверное. Я напоминаю, что для вас работает студия ACC на данном турнире. У микрофона злоба. Поэтому всем, кто только присоединился, огромнейший просто привет. Всех обнимаю. Ну и продолжаем смотреть эти великолепные польские матчи. Предыдущий матч, кстати говоря, был также на карте The Train, но это, наверное, будет дефолтом этого турнира. Все-таки польская сцена очень любит эту карту, и мне это на руку, потому что Train моя любимая карта также. Поэтому мне очень приятно смотреть именно за тем, как разбираются эти ребята на поездах. Тем временем, Pact, сделав экономически, сейчас получает себе отличную экономику. У них 4 калаша ВП, все просто здорово. И посмотрим, как они смогут ее тут же реализовать. Отлично, Минайс забирает Койота, и уже большинство за коллективом Pact. А здесь поджим. Поджим с точки 2 Собол. С точки Б Собол, конечно, его законтрил, но только на один фраг его тут же разменяли. Ситуация в любом случае в плюс для Pact, и можно продвигаться под асайд. Они понимают, что в поджиме участвовал как минимум еще один игрок. И, скорее всего, здесь сейчас меньшинство находится на точке А, поэтому... можно этим воспользоваться. Два игрока уже, даже три игрока по зелени активно начинают свое движение. Ферзи отличная, зажигательная. Это позволяет выиграть определенный тайминг. Мэти как же хорош на позиции сэндвича. Два фрага дает, теперь жить. Теперь тиммейты включится. Дарка затаился в смоках. Дарка выходит на широком. Но Эдхи был готов. Минайс последний. В итоге герой стартового фрага сейчас по большому счету один против троих. И его должны здесь без проблем забирать. Ну как без проблем, Минайс забирает двоих, в ответ пока что разменять его не получается. Последнюю игру, конечно, у Минайса нет информации. И тут лишь вопрос в таймингах.
Ферзи потерял его тоже из вида, и поэтому сейчас не понимает, где находится Минайс. Но Минайс даже ухом не ведет в эту сторону. Ох, как же страшно для Минайса сейчас. Не замечает его Ферзи, куда он смотрит, непонятно. Быстрее переключимся, посмотрим. Ферзи топнул, все, топнул, и Минайс берет раунд 1-3, вот так вот. И это в итоге квадрокилл от Минайса. Пакт берут первый же свой девайсный раунд. Хотя были у них явные проблемы на старте, но за счет индивидуалки вывезли. Я напоминаю вам, дорогие друзья, что если вы в поисках, чем заняться на карантине, если вы давно мечтали подтянуть свои знания английского языка, то школа Skyeng — это лучший выбор для вас. Тем более, что там есть бесплатный урок, на котором оценят ваше знание английского языка, найдут те точки роста, которые позволят вам владеть им в совершенстве, поэтому кликайте на баннер под трансляцией, переходите и, как говорится, учиться, учиться и еще раз учиться. Как говорил Ленин. Ну вот вроде бы пак взяли раунд, но посмотрите, вынуждены играть с двумя галилами, с фармилкой. И только АВП и калаш есть у них из таких увесистых девайсов. А у Clean and Mix все отлично. И уже лунатик подставляется. Ну и перетяжка под точку Б. Эдхи здесь не один. У него есть койот, но койот-то только со скаутом. Девайс такой себе. В итоге выход на нижнюю произошел. Смог не очень качественный, но позволяет поставить бомбу. Там игрок, правда, находится между в сайте. Эдхи сейчас может похоронить всех на самом деле. Открывается по дефолту только один фраг, но он живет, его никто не разменивает. Как это произошло, непонятно. Эдхи живой. Критер Фейс находит фраг, теперь Дарка. Дарка понимает, что его обходят. Выходил вроде бы на широком, но даже учитывая, что Эдхи был бит, и он нанес ему колоссальный дэмэдж, и для Мэтти была легкая работенка его здесь добивать. Это 3-1, но пакт поставили бомбы. Скорее всего, будут закупаться. Это матчи групповой стадии, они все играются в формате Best of 1. Поэтому все решается на одной карте. И 2 ВП появляется в Clint Mix. Мэтти также берет себе авик и Critter Face. Critter Face очень крутой снайпер, но он нестабильный. Возможно, это была причина того, что поменяли его на Минайса. Ой, как же агрессивно, Мэтти, что ты смотрел-то, непонятно в итоге... Забирают игрока на зелени. Дальше пытается Ферзи хоть как-то разменяться. Минайс. Минайс найдет ли фраг? Но его уже разменивают. Ферзи дает в ответ 2 по Гуфи и Минайс. Ситуация 3 в 3. Ситуация на самом деле патовая, учитывая, что бомба-то выпала на зелени. Ее нужно как-то подхватить из девайса. Только калашников у Собола. Армора нет. И Собол сейчас заберет калаш от Лунатика. Но что дальше-то? Как разменяться? Но хороший угол обзора берет. Забирает одного. Койот также битый. Времени, в принципе, еще достаточно. Можно Дарка попробовать здесь кого-то найти. Жаль, нет смока. Сейчас бы прокинуть смок на бомбу, забрать бомбу, АВП и попробовать выиграть раунд. А, бомбу забрал, вот так вот наглый Собол. А Дарка теперь, возможно, и не считается здесь. Идут, чекает его койот. Получает по голове. И теперь Криттерфейс один с авиком против двоих. Кроссфайром можно его забирать. Забирает Дарка, но не знает, где Собол. Собол-то в упоре, Собол в упоре. Собола позиция не позволяет Криту здесь его перестрелять. Это 3-2. Ху, вот так вот, на ровном месте. Пакт на пистолетах ворвались на зелень, как просто... Я не знаю. Индейцы. На проезжающий мимо караван. Ну и без шансов на зелени не смогли справиться. Но там Мэтти очень странно сыграл с АВП. Отпустил полностью зелень и вообще ее не смотрел. Это очень странное решение. И теперь вынуждены Clint Mix накупаться на последние деньги. У них парочку фармилок, врыв под флешку. Но Дарка в хорошем позиции стоял. Флеш его не слепит, 18 хп у него остается. И разменять его, к сожалению, не удалось ребятам из Clint Mix. Прострелит, возможно, Critter Face. А тут уже выход по зелени. Минайс находит первого. Critter Face, конечно, на размене. И не видит Ферзи. На шифте особо вышел и наказал его. Остается только Койот. Но Койот один против четверых здесь вряд ли что-то сделает. Тем более, что они играют крайне надежно. Забрав бомбу, они просто перетягиваются под точку Б, где уже вышел Собол. Говорит, ребят, здесь никого.
Здесь безопасно, поэтому идем на Б, ставим бомбу и выигрываем раунд. Это были последние деньги у Клинт Микс. Им нужно будет сейчас делать эко. Попробует Кайот, конечно, подсейвить эмку, унести в следующий раунд. Там уже потихонечку его пытается Лунатик искать. Ну, я думаю, Кайот здесь не читается такой позиции, поэтому Лунатик его не найдет. А если найдет, то Кайот его заберет. В любом случае, это 3-3, паритет восстановлен. И пакты начинают гнуть свою линию. Но деньги-то закончились у Клинт Микс. Это выход на пакт на 4-й, я думаю. Там можно уже какую-то серию из раундов показать. В предыдущем матче выиграли Авис. И сейчас счет 3-3. Деньги закончились у Клинт Микс. Только Койот имеет девайс на руках, попытается реализовать, играет на инициативе на зелени. Ну, наверное, правильное решение. Найти какой-то быстрый фраг под флешку, возможно. И у него даже два фрага практически получилось. Кстати, на Гуфи его в блайнде перестреливает, пережимает. И пошло, не пошло по стрельбе у Койота. Хотя там два фри-фрага было для него. Плюс девайс, но можно задавить Гуфи, он-то битый. И получается это сделать. Но здесь Собол как же агрессивно наказывает за смерть своего тиммейта. Ну, в итоге, слушайте, неплохой такой экономический раунд. Выбили 3 девайса, это здорово для Клинт Микс. И сейчас будут закупаться. Но опять же, там денег не так много. Похоже, без АВП придется играть. Нет, Creeper Face берет авик без армора. Рискованный мув, но, наверное, он здесь оправдан. Все-таки это трейн, и без АВП играть крайне тяжело. Ну и пока расплечиваются по карте, фактом, попытался Дарка выскочить под флешку на Олафа, но его тут же наказывает Critter Face, опять же, в блайнде. Как круто, что этот значок появился, теперь мы всегда можем знать, слепой игрок убил, либо не слепой, либо через смог как-то. То есть это очень здорово. Молодцы валы, вот все их ругали, а тем не менее работают. Конечно, нужно было Валоранту появиться, чтобы Валва начали работать над своей игрой. Но, тем не менее, всегда есть то, что двигает. А конкуренция это всю жизнь была самым главным двигателем рынка. Но, и тем не менее, пытаются выходить под точку АПАК. Неплохо, Минайс находит фраг, но тут же Криптерфест встречает своим выстрелом с АВП. По Гуфи есть информация, но как же? Эдхи вроде бы открывался. Это четко Минайс перехватил девайс и просто говорит, да я и с АВП могу, и с Калаша могу. Вышел, вырубил крита, вырубил Мэти. Ну вот как-то на ровном месте Клинт Микс так круто разменивается постоянно, если честно. Но в какой-то момент в клатчах просто падают замертво от одного Минайс. И теперь снова пистолет у Клинт Микс. Пытается Мэти здесь сейчас выйти под зеленью. Оп, хороший тапчик и спокойненько уходит. Но не отпустят, они знают, что он здесь. Сейчас полетит молотов и тут уже, конечно, Мэти не сдобровать. Но молодец, хороший пиков дал на зелени. Critter Face. Что он делает? Nice try, Critter Face. 16 хп остается у него. Ну и посмотрите, пакт, учитывая, что ситуация, в принципе, для них очень даже хорошая, но насколько надежно они играют. Никто никуда не лезет, не торопятся они выходить. Они собирают инфу, они понимают, что, возможно, сейчас Клинт Микс начнут что-то поджимать. Мы на этом их накажем, и потом спокойненько выйдем на точку. Вот по точку А всегда рискованно выходить на девайсных против пистолетов, против вот таких вот форсбаев. Слишком много позиций приходится чекать, но очень уверенно и эффектно проходит пакт первые два фрага. А дальше уже Энхи и Ферзи здесь вряд ли что-то сделают. Можно ставить бомбу, это 6-й раунд для пакт.
Но к ринг-миксам нужно собираться. Потому что на старте это как-то круто, они три раунда взяли. Да и потом на девайсов-то были все шансы, вы вспомните. Первый же девайс на раунд Пакт Минайс выиграл 1-3 с ВП. Невероятный клатч какой-то. Потом Минайс еще пару клатчей таких тащил. То есть в теории Клинт Микс очень, очень близки к тому, чтобы забирать себе раунды. Но вот в какой-то момент просто выключаются. И довести дело до конца не могут. Но нужна, наверное, пауза. Пообщаться немножечко. Потому что если просто это все дальше так продолжится, я не уверен, что Клинт Микс покажет хорошую атаку на такой карте, как Трейн. Все-таки Пакт очень сильны. Минайс в форме, отлично попадает. Он возьмет авик и просто шансов не оставит. Мэтик Интерфейс, снова 2 ВП. Один раз мы уже такое видели, как раз тогда Пакт взяли полный экономический. Только лишь на пистолетах, продавив Мэти на зелени. Ой, хорошие хаешки в дефолт сейчас. И могли койота похоронить. 6 хп остается у последнего. Бедолага не знает, что теперь делать. Свечится девайсами с интерфейсом, забирает себе АВП и притягивается под точку Б. Очень классно все сделали Пакт. Хороший такой мув от них. Внесли дэмэдж и спокойненько дальше продолжают гнуть свою линию. Верх-низ под их контролем. Притяжка по точку Б. Здесь Собол. Снова пацанки пытаются выйти, но Эдки не перестреливает его. Гается ВП. Нужен размен. Срочно. Но тут смоки. Никого не видно. Собол в итоге проходит дефолт. Его уже давит Гуфи. Гуфи пытается сейчас поставить бомбу. Гуфи, что ты делаешь? Гуфи просто подставляется. Собол перехватит сейчас бомбу. Попробует поставить. Он красный. Какая-нибудь шальная хае сейчас. Либо молот туда, если залетится, будут проблемы. Лунатик уже в упоре. И Ферзи этого не ожидал. Дальше Лунатик, конечно, разменивает Мэти, но... Бомба уже стоит, ситуация 3 в 3. Не очень хорошие, комфортные позиции Пак для перестрелок. Собола через смоки были близки, чтобы прострелить. Собол красный, битый, уходит в дефолт. Очень опасно. Очень опасно для второй, для одной команды. Но посмотрите, Мэти не чекает Собола, похоже. Собол, Собол его не видит. А Критерфейс не ожидает, потому что тиммейт-то уже просочился. Крит говорит, как ты так проверял, как ты чекал, почему игрок дефолт, и в итоге Дарк откидывает свою флешку моментальную. Но ребята уже понимают, что идти на ретейк смысла нет, времени просто недостаточно. И уходят на сейв своих девайсов. И счет становится 7-3. Практически первая половина за коллективом Пакт. Ну и теперь не самый лучший девайс от Клинт Микс, но по-прежнему есть ЛП Критерфейса. Посмотрим, как он сможет реализовать. Криту нужно просто поактивнее двигаться. Да, вот он сейчас встает за Электрик, встает возле красного, чтобы находить энтрифраги. Но под флешку опять же скрывает. Койот, конечно, прикрывает. Он будучи в блайнде, дал фраг, но Гуфи в размен двоих. Критерфейс не знает, куда ему деваться. Его просто давят с нескольких сторон. Критерфейс забирается игрок на синий вагон. Сейчас Крит просто погибнет. Нужна срочная хелпа, нужна подмога. Мэти подходит. Крит тушит себя. Заранее эти два фрага. Очень вовремя он здесь оказывается. И в этот момент пытается выйти Собол по точку Б. От его фрага многое зависит. Он просочился уже за нефтяной. И теперь только лишь сыграть на минус по Эдхи. Если он заберет Эдхи сейчас, а он его заберет, потому что Эдхи его не видит. Это выход по точку Б будет. Но игроку с бомбой нужно туда как-то прийти. Сейчас будет контакт. Мэтти едет наверх-низ. Его ждет Минайс. Просто снегла сносит голову. И снова клатч. 3 в 2. Критерфейс остается один. У него 15 хп и ВП. Он дает шот по Соболу. Дальше можно прострелить Минайса. Минайс просто в наглую давит Критерфейса. Знает, что он битый. Как опасно. Батит на выстрел Крита. Есть гранаты. Ох, Критерфейс. Если ты такое потащишь, это будет невероятный клатч. Идет в упор. Минайс потерял его из виду, и Критерфейс все-таки тащит раунд. Минайс, но промазал по Криту, к сожалению. Он в тот момент, когда все же грамотно сделал, зашел в сайт между и пикнул игрока, который бежал коннектора. Критерфейс-то этого не ожидал. Был бы просто девайс, вот забрал бы там калашников себе Минайс, а не стал бы с АВП доигрывать раунд. Это был бы фришный раунд. То, о чем всегда я говорю, и меня редко кто слушает на самом деле, что... Когда ты играешь, разыгрываешь клатч, лучше АВП выкинуть и взять какой-то автоматический девайс. Это увеличивает твои шансы на взятие раунда в разы. Тем временем Пакт разозлились они предыдущим раундом. Тут же агрессивно очень играет Критерфейс. Прямо на прицел выходит к Дарка. Это просто сладкая булочка. Эдхи туда же может выйти сейчас.
Здесь уже в упор Лунатик. Как жить, непонятно. Койот забирает. Это, конечно, размен дает, но тут же от Лунатик переводка хорошая наверх-вниз. И остается только Мэти. Фрага дать не получается. Подсейвить, наверное, тоже не получится. Его просто уже начинают давить, его начинают обходить. Он понимает, что деваться некуда, нужно просто играть на фраге. Тебе засейвить здесь не дадут. Это восьмой. За пакт. И вся экономика снова рухнула от Клиент Микс. Отличный выпад от Койота. Койот раз за разом, кстати говоря, с дигла находит вот эти пиковы. Очень хорош он с этого пистолета. Но поможет ли это выиграть раунд? Там ни в коем случае ВП нельзя позволить забрать. Это главное сейчас, наверное, задача будет пакт. Вернуться в сотку, забрать авик. Там вроде бы есть игрок возле сотки. Да, если что, Гуфи его заберет. На всякий случай проверяет пока что поджим зелени. А здесь Койот еще за фрагом. И второй фраг от него есть. Дарка также падает. И плюс АВП для Койота. Ситуация это 3-5. Койот. Третий фраг. Все по одному на Койота. И это уже трипл килл. Взятый раунд, возможно, для Клинт Микс. Выходит, по крайней мере, Лунатик по точку Б. Сейчас важная перестрелка. Он ее выигрывает. Теряет не так много КП. Койот. Хорошее открытие. Но мог и пострадать. 25% КП у него остается. Нужно ставить бомбу. Ситуация 2 в 4, но все еще возможно играбельная ситуация для пакта. Они могут ее выиграть. У них, правда, гранат не так много. Гуфи нужно свой смок пробросить, наверное. Да, коннектор будет правильным решением. И здесь под смоком попытаться промутиться. Но как же грамотно играет Клинт Микс. Они всей толпой идут просто через Сити. И один игрок идет с бэка. С бэка никто никого не чекает. В итоге Мэти находит фраг и добивает Койот. Лунатика. Это квадрокилл от Койота в этом раунде. Это счет становится 8-5. Да, ну так вот, Койот на ровном месте, вышел, три головы с дигла, нет, две головы, да, два тапа с дигла, потом взял ВП и еще двоих убивает Савика. А я тебе об этом говорил, что ВП нужно забрать и унести, но почему-то игроки в сотке этого не сделали. Видимо, они думали, что, ну, мы здесь стоим, как бы, нам чего бояться-то, мы его, если что, охраняем. Ну, вот так вот из-за этого пострадали. Хорошие гранаты, посмотрите, Лунатик просел от выстрела, плюс хаешка ему еще там сверху на голову прилетела. 54 хп у последнего остается в итоге. Но Дарка тем временем промутился под сэндвич. Ну, вроде бы Ферзи там ждет. Да, Ферзи закрывает, минает, сначала находит Квиттерфейса. Есть контакт еще с Ферзи. Знает, что на зере не работает снайпер. Койот там просел. 22 хп у него остается. Койот. Эть. Прямо на прицел Гуфи. Это легчайший фраг, конечно же. А теперь Ферзи нужно уходить со стоп-сайтов. Иначе его заберут. Не понимает Эдхи, где его прикрывают, где не прикрывают. Вроде бы тиммейт стоит рядышком. Слева и должен был коврить. Но, к сожалению, там снайперы. И снайпера здесь никак не перестреляет на такой дистанции. 5-9. И последний раунд первой половины. Плохой прострел по Минаесу. Раз за разом, кстати говоря, там находит дэмэдж Мэти своими прострелами. Точнее, это Койот. И выход под флешку. Но здесь у Мэти очень классная позиция. Он зелень не чувствует, а зелень-то выходит на контакт просто в шифте. И забирает Мэти, падает также Ферзи. Минаес снова сыграл на фраг. Минаес без фрага вообще не остается ни в одном раунде. Начекал еще Криттерфейс, понимает, что он здесь сверху. Может быть, не стоило сейчас так агрессивно играть. Попадание было, но сам остается красный. А тут Эдхи на поджиме. И Собол этого не ожидал. Ситуация 3 в 3. Она вроде бы равная. Криттерфейс, конечно, битый, но битый также Минаес. Криту бы забрать ВП у Койота на самом деле. Ну, очень странная позиция от Криттерфейса, учитывая, что нет никакой инфы поверх низу, зачем там стоял. Вот так открыто на красном вагоне.
Ну ладно, бомба снова ставится. Эдхи пытается выйти молотов, и Гуфи его за это наказывает. Подгорел Эдхи, и, соответственно, по нему информация появилась. Ну, сейвить смысла нет, последний раунд. Койот попытается сейчас затащить такой раунд. Ну, тяжело. Да, учитывая, что Гуфи и Минайс красные, но, опять же, это 3 в 1. У тебя нет инфы вообще ни по одному поинту, и ты выходишь просто прямо на прицел Гуфи. 10-5, победа Пак на первой половине. Уйдем на небольшую рекламную паузу, вернемся на следующую сторону. Oh God, sorry, Olive. I completely didn't see you there. Are you okay? Okay. You're all right. Yeah. Okay. Right. Okay. Wait, 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 wait. What's your name? What's your name? Yeah. Yeah. What's your name? Marina. 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 That is Marina. A beautiful name. You are beautiful, by the way. Can I ask, have you ever been in a film before? Oh, okay. Well, I've just come from London, okay? London? Yeah, London. London. Right, and I'm looking to shoot an adult film here, a new adult film, so I'm looking for some, you know, beautiful Russian girls like yourself. I'm staying nearby. I was wondering, maybe you could come and see some of the things that I've already done. Туда? Yeah, it's not far away. You can come and have a look. Ну, пойдем прогуляемся. Yeah, okay, great. So, I've obviously never been to... Не откладывай изучение английского. Но у нас тем временем уже пистолетка, и Клинт Микс не стали откладывать в дальний ящик, просто выскочили по точку Б, Криттерфейс, Мэтью по фрагу. Дарка, Лунатик. Остаются вдвоем против четверых, шансов на такой раунд практически никаких, если честно. Лунатик битый, по нему есть инфа, по Дарка тоже информация присутствует. Дарк, конечно, Мэтью наказывает. О-о-о-о, у Дарка, а что за тапы-то жесткие? А есть киты? А киты есть, Лунатик, но тут молотов, а смока-то нет. Правда, Криттерфейс битый. Успеет? Нет. Нет, не успевает раздефюзить. К сожалению, молотов не позволил, но как умудрились пакт вот так вот разменяться вдвоем против четверых, убить всех четверых игроков Клинт Микс. Это говорит, опять же, о крутом индивидуальном уровне команды пакт. И вот что сейчас будет делать пакт? Наверное, какой-то форс-бай по 2500, по 2000 можно дропнуть там скаут, чтобы... Даже М-ку дропают Дарка. Оу. Очень классный бай получился. Скаут, эмка, все с арморами. Три дигла. Жестко. Мэтью начекали. Было попадание уже. Ну, Мэтью сейчас открываться нельзя ни в коем случае. Он погибнет. Ой-ой, Мэтью по голове попал. Ну как же так, Дарка? С эмкой в итоге не смог перестрелять игрока с фармилкой. Да, он остался живой, но он битый. По нему есть информация. Размены невероятные. Гуфи находит два фрага с дигла. Дарка еще Гуфи голову сносит Эдхи. И остается только Койот один против четверых. И как ему здесь играть, непонятно. По нему было попадание. 28 хп. По нему есть инфа. У него нет бомбы на руках. И это, похоже, Force Byte Pact, который они сейчас практически забрали. Койот пытается, конечно, здесь кого-то найти, но он битый. Не знаю. Собол с калашом. 100 хп. 100 армора. Второй армор с каской. То есть Койот его ваншотнуть в голову не сможет. Койот идет через верх-низ. Ну, тут с какой стороны не выйди, все смотрится. Пакт, у них 3 игрока остались в живых, и они, конечно же, тут разобрались уже. Все подходы, с которых может выйти враг. По таймингу. Понимает, Койот вроде натопал, да. Его вроде бы слышали. Поэтому тут недолго жить остается. Гуфи его в итоге закрывает. Не очень уверенный старт был, вот, ребята, из пакта. Но, тем не менее, хорошая стрельба, индивидуальный скилл практически на голову выше, чем у Клинт Микс. Ну, пока что контроль карты Эдхи, кстати говоря, находит Соболом. Неплохой старт такой. Ну, можно попытаться это большинство разыграть. Тяжело, конечно, это будет сделать, учитывая, что на руках только пистолеты без арморов. Это не так просто. (Клёх)
Ну, пока ищет каких-то поджимов, ошибок с пакт. Втроем перетягивается на зелень. Там чекается это дело Дарка. Находит первый фраг. Главное сейчас не погибать. Это самое главное для него. Все битые, посмотрите, у Клинт Микс. Ну, давит, давит Гуфи. На размене должен сыграть. Да, Гуфи на два фрага. И остается последний Койот. Найс трай, конечно, но Койот как раз тот самый игрок, который может с дигла такое и перевернуть. У него, конечно, только 15 хп. И здесь количество жизни просто недостаточно, чтобы на равных перестреливаться. В итоге это 12-6, двукратное преимущество. И очень-очень важный раунд для Клинт Микс сейчас. Ну, я имею в виду следующий девайсный, потому что это экономически они проигрывают, у них будет 6-13, а дальше, если проигрывают, это выход на 14-й, а то и на 15-й раунд. Поэтому нужно собираться. Минайс Бизоном, кстати говоря, не так часто видишь этот девайс, но как только его повысили немножечко в последнем патче, там добавили ему бронебойность, скажем так, он стал иногда появляться. Но Минайс тут неплохо против экономического, 60 пуль в обойме, просто идет и давит в итоге снова квадрокил от Минайса, но, конечно, не такой красивый, как тогда с ОВП. 6-13, смотрим, наверное, важнейший раунд Клинт Микс в этом матче. Смогут ли они его забрать и подарить надежду для своих фанатов на какой-то камбэк? Ну, дальше у нас, наверное, самый интересный матч первой группы. Это Пакт против Изака Борс. Посмотрим, на что там Изака Борс будут способны сегодня. Они уже Авизом проиграли. Вот, возможно, Спакт получится. Но, наверное, Спакт я на их месте бы трейн играть не стал. Пакт очень хорошо на этой карте играют. В разы лучше, чем Изака Борс. Хороший пик под флеш, антипогибает. Да, Гуфи остается красный, но тем не менее это большинство. Большинство реализовать будет попроще. Пойти также падает. В общем-то, уже ситуация 3 в 5. И на ровном месте, на самом деле, еще даже никто никуда не вышел. Они даже к точке не подошли, а их уже наказали. Видит лунатик игрока с АВП, и Ферзи здесь падает без проблем. Еще и под флешку крита, ну как же круто. На голову сильнее и на шаг впереди всегда пак. Они четко понимают, где кто находится. Остается последний Кайон, говорит, ребят, но я не могу тащить один за всех. Ну, конечно, Critter Face что-то не показывает нам супер игры здесь. Вроде бы трейн, снайперская карта, но Крит раскрыть себя не смог. Вот в этом его была всегда проблема. Возможно, поэтому Пакт его и заменили на Минайса. То есть не было стабильности. Critter Face очень крутой снайпер. Он реально может классно попадать, но для этого ему нужна какая-то уверенность. То есть вот он начинает разгоняться, например, выигрывает первую карту, и потом это просто машина для убийства. Но если сразу же игра не задалась, то Криту вернуться очень тяжело. 14-6, как я и говорил, это был важнейший раунд для Clint Mix, потому что сейчас у них проблема по деньгам, они вынуждены играть с четырьмя галилами, скаутом, по грантам просто вообще ничего нет, одни флешки и один только смок на руках. Попытка на агрессивный выход под смок на сэндвич. Ой, Мэти, кстати говоря, просочился, но его наказывает Минайс. Минайс ждал этого выпада. Ну тяжело, как же тяжело здесь разменяться. Ванвей смог Гуфи себе прокидывает на всякий случай. Второго здесь не ждет. А где прикрытие? Прикрытие в этот момент залазит на зеленый вагон. Как же так? Вся упала вся команда. Собол последний остается и не знает, что ему делать. По нему есть инфа, и его здесь, конечно... Собол, ты серьезно? Собол, ты серьезно? Critter Face 1-1 против Собола. Какие раунды тащит Пак? Просто мама дорогая. И Собол тащит раунд 1x3. Какой тап он раздал на зелени. Это просто жесть. Там доли секунды увидел какую-то тень за смоком и отвесил пару пуль прямо между глаз своему оппоненту. Ну что, бомба снова не ставилась. И денег опять по минимуму Клинт Микс. Сколько клатчей таких сегодня проиграли Клинт Микс? Сколько раундов 1 в 3? Пытается Гуфи залезть, и не получается у него этого сделать.
Что-то камера слетела. Ну, в итоге неплохие размены пока что для Клинт Микс. Можно выходить, но Минайс душит, и Критер Фейс остается последний. Очень жестко в первую очередь попадают. Пакт по стрельбе прям на голову сильнее. Ну что, ребят, похоже, это конечное. Крит, конечно, фраг даст, но дальше его должны здесь разменивать. Но впереди еще куча матчей в рамках поиска лиги, поэтому никуда не переключайтесь. И напоминаю вам, дорогие друзья, что по промокоду UCC вы можете получить 1500 рублей скидку на уроки от Skyeng. Поэтому кликайте на баннер под трансляцией, переходите, читайте и улучшайте свои знания английского языка. Мы вернемся после небольшой рекламно-музыкальной паузы. Oh God, sorry, Olaf, I completely didn't see that. Are you okay? Okay. You're all right, yeah? Okay. Right, okay. Wait. What's your name? Yeah? Yeah, what's your name? Marina, that is Marina. A beautiful name. You are beautiful, by the way. Can I ask, have you ever been in a film before? Oh, okay, well, I've just come from London, okay? London. Right, and I'm looking to shoot an adult film here, a new adult film, so I'm looking for some, you know, beautiful Russian girls like yourself. I'm staying nearby. I was wondering, maybe you could come and see some of the things that I've already done. Do that? Yeah, it's not far away. You can come and have a look. No. Пойдем прогуляемся. Окей, great. So, I've obviously never been to... Не откладывай изучение английского.